Железо добыли в шахте. Тут его пережарили, переплавили. Он такой, ходить топоры купить. Они такие, да. Вообще их было четверо. Такой крутой карама, я буду на горе жить. Туда же рельсы под ним сломались. Всем привет! Сегодня будем смотреть еще один город Кримсона. Это твой островок. Воздушный шар летает. Ну, мы смотрели уже этот остров, но тогда даже без домиков был. Сейчас ты его переделал в мини-город. Ладно, давай я кушаю тогда конфетку. Как прикольно, что тут что-то летает. Он такой мелкий, что я даже сейчас себя очень мелким сделаю, то не хватит. Сейчас. Ну, вот я в этом городе. Что же тут имеется? Первое, что попадается в глаза, это воздушный шар, который состоит из сферы, и там просто берет и летает вокруг острова. Как же круто. Что тут еще есть? Ну, давай, с чего мне начать? С какой точки? С чего? Так он это упал. С этого. Чего? Снизу? Ну, давай. Иду. Нет, я сам застрял. Какой же он мелкий. Ну, туда, кажется, все квадратное такое. Но потому что он настолько мелкий, что тут просто невозможно детали сделать. Хотя он тоже тут неплохой. Где? С леса. Ну, давай, с леса. Почему просто не переворачиваемся? Начнем. Тут есть вот такой домик с человечком. А почему у него глаз нет? Кажись, он тут что-то строит из дерева. Ну и тут есть сами деревья, такие елки под углом, все красиво. Цветочки, вот тут есть костер, и три человека рубят деревья. Тут сами дрова, деревянные заготовки, камень и что-то опять строят. Также тут есть пару палаток, вроде бы на ночь им, и это весь лес. Так, также тут везде есть железная дорога, очень красивая. Ну давай я буду по ней тогда идти. Тут есть два домика, и вроде бы вот это остановка, и вот тут кончаются эти самые рельсы. А откуда они начинали? Вот тут, кажись, да, вот такие рельсы, по которым переводят какие-то ресурсы. Тут есть такой мост, а вот тут шахт. Ну ладно, остановимся вот тут на мосту и кораблике, который тут плывет. Пойдем сюда. Это площадка для запуска шара. Еще за горой посмотри. Ладно, я немного не понял. Ладно, давай саму гору посмотрим. Ой, я уже упал. Какое же тут все мелкое. Ничего не посмотрим. Это круто. Ну, гора красивая. Тут есть водопад. Тоже прикольно. И тут какой-то человек пытается забраться наверх. Там бочка. Белый флаг. Пустик тут вырос. Что же есть? О, за горой. За горой еще рельсы, которые немного вроде бы сломались. Что прикольно сделать, если бы ты сделал вагонетки, которые могли бы... Еще было бы круто. Ну и так тоже тут много всего. Как же я часто с него падаю. Ай, ну это уже сложно. Ну да, тут вообще, блин, все такое мелкое. Опять я застрял, серьезно. Уже мелкий этот город. Ну опять застрял. Где-то три кнопки, ладно, не буду нажимать. Ладно, давай продолжим. Водопад вообще красивый вроде. Кто-то дом на горе построил. Не боится вообще ничего. Так, есть дорога к еще одной горе. Только чуть поменьше. Они есть маяк, еще один человек. Почему 50% населения этого города в очках? Ну ладно. Также есть домик, кажись, для рыбаков. Они тут останавливаются. Или это типа такой порт. А вот сюда едут ресурсы из шахты. Вот тут даже видно, их переплавляют. А вот тут есть колодец. Пить же хочется. Только всего жаришь, варишь, переплавляешь. Ладно, идем сюда. Также тут есть корабль с двумя человечками и маленький плод. Ну и тут еще один водопад. А, он тут единственный, кстати, довольно прикольный. Но сам остров тоже такой красивый. Почему внизу там, ладно, ничего нету. Тут есть мельница, вот такая. И также само поле пшениц. Чучело и человек, который работает одной рукой на этом поле. Ну и жилые домики. Костер. А башня зачем? А, он тут наблюдает, в красных очках сидит и смотрит зачем-то. Также тут есть скамейки, ну и много разнообразных домиков. А это кто? Собака? Или кто? Тут еще один человек вроде бы рыбачит, а вот тут заросли и даже камыши. Ну и мощь, да. Собачка, да? Ну, это было все, что связано с водой. Куда тут еще можно пойти? Тут тоже есть колодцы, разброс. Также статуя кого-то с мечом, с биты размером с человека вроде. Так, тут один человек сидит, не отдыхает. Ай, тут вроде бы тоже какая-то мастерская есть. Давайте посмотреть. Вот тут он что-то делает. Что же он тут делает? Он продает топоры. Ну и также вот тут есть еще портал. Типа деревья такое с корнями стоит на срыве. Тут прикреплен мостик, лестница. Человек осторожно перебирается. Кто-то падает с портала. Ой, он за горы. И он идет его спасать. Вот, старается потихоньку уйти, чтобы спасти того человека, который падает. И там есть портал, куда он идет. Короче, я не смогу в него зайти, потому что я слишком большой. Блин, нет, не получится у меня. Мельница должна была крутиться, но она что-то не крутится. Я еще тебе мини-отсылочку покажу. У этого человечка, который подает топоры, есть денежка. Где у него денежка? Посмотрим, сколько он заработал свою работу. А, сзади него есть денежка. А где пасхалка? Отсылка, то есть еду. В чем?
чем же тут пасхал? То есть отсылка. Стоп, я не понял. Где отсылка? У меня решетки в Дискорде написано. Не Кримсон, историю рассказываешь, да? Вот, у этого человека, который продает топоры, иди. Короче, была шахта. В ней добыли руду вот этой киркой. Потом ее перевезли сюда и переплавили. Переплавленные материалы привезли в мастерскую. Он их купил и сделал топоры. Потом он их продавал и заработал вот эту денежку. А вот эти люди, что тут сидят, это те, кто купили эти топоры. Как же прикольная история есть. Так, ну это сама история. Один рабль откуда тогда? Типа история. А тут елка, ну потому что его эту долго вроде строил. Нового года. Ну и также красивый дирижабль, который привлекает прямо уж так очень много внимания. А который надо... Ой, чё, запрыгнуть. Я догоню тебя. Твой шарик. Ой, я застрял. Нет. Сама форма острова тоже прикольная. Везде под наклоном блоки стоят. Тоже я забыл. История про топоры. А дирижабль с другого острова прилетел. Это была история про топоров. Ой, топоры. Не знаю, а дирижабль с другого острова прилетел. А чё он так не садится? Мы тут сидим, он уже полчаса вместе с нами летает. Ой, смотрит. А, другого острова, которого пока что нету. Понятно. Мельница должна крутиться. Ну, там еще видео внизу. Ого. Я могу останавливать этот дирижабль. Приказываю тебе остановиться. Сам можно я на него залезу? Я хочу посмотреть, какой он. Вот я залезу на... Оседлать дирижабль не очень так уж и просто, но у меня получится. Включай его. Тут какой-то человечек совсем другой, которого нету на этом острове. У него совсем другая одежда, он прилетел отсюда, чтобы наблюдать. Ой, ладно, он меня выбросил со своего дирижабля. Видимо, он пришел не с миром. Ой, а наверху что такое? Ай, это что-то кусается. Сейчас я посмотрю. Что же тут у нас? Тут какой-то шар. Это что, типа солнце? И тут какой-то человек, очень мудрый, с бородой, нашел грибочек. А с ним его верный помощник, мистер Лис Потапыч. Что это за метеорит? Это цветочек. Что-то это наверху нашел. Не знаю, это второе солнце? Что это? Ну, на самой карте довольно много декора. Вот таких всяких заворотов, кругов, особенно в реке. Также много деревьев. Людей и самих построек. Даже чучело есть. А что же в этом водопаде? Туда не пролезть. Ну, и это был весь остров такой. Даже с историей. А, наверху шар это отсылка на... Маленького принца. Какая-то планета. И он там находится. Что же было в этом городе самом? Тут было много декора. И он очень микро-мекро-маленький. Также тут много всего красивого. Ну, я уже говорил. Декор, человечки. Все очень много чего. И еще тут есть, как это называется, история про топоры. Можно я еще раз посмотрю? Был корабль. Корабль привез железо. Железо попало в шахту. Нет, оно попало сюда. Отсюда оно попало сюда. То оно пробежалось вот тут, тут и попало. Ладно. Железо добывают в шахте. Железо добыли в шахте, которая сейчас завалена почему-то. Его перевезли вот сюда. Тут его пережарили, переплавили и что-то сделали. Наверное, ручки для топоров. То есть сами топоры. Сделали тут топоры. Ну, не полные. Перевезли их по мостику. И вот с помощью этого дерева и этого домика с мастерской, где натачивают доски, что-то с ними делают, натачивают железо и что-то делают с деревом. Тут сделали топоры. Топоры заказал вот этот человек. Ой, сейчас все продумано. Топоры привез. А, да, вот их тут привезли к этому человеку. Он такой: у меня есть топоры, я их продаю, кто хочет. Лентяю не захотелось их покупать, а вот этим трем мужикам очень даже они были нужны, потому что они срубали лес. Эх, бедный лес. Они пошли к тому человеку по этой железной дороге, встретили ферму бочки и также увидели, как... Ну, вообще их было четверо. И когда один увидел, что человек падает перед порталом, он пошел его спасать, а остальные пошли дальше. Они встретили лентяя, они у него спросили: а где топоры купить? Он говорит: вот тут прям уж. Они подошли, тут было две лавочки. В одной стоял человек с топором и с очками. Он такой: ходить топоры купить? Они такие: да. И ему дали золотую денежку, и он ее спрятал вон там рядом с собой. Они убежали и начали рубить лес. Пока срубили только одно дерево. И я снова провалился. Также тут шпионский дирижабль. Или союзник, я не знаю. Но он уже летает тут спокойно и даже не хочет приземляться. Летает такой и смотрит, что происходит на острове. Он прилетел с другого острова, который далеко-далеко. И наверху есть пасхалка с маленьким. Ничего себе, ты историю делаешь. Также тут есть башня, которая как раз-таки наблюдает за этим воздушным шаром. Ну, еще кто-то вроде бы на гору забрался, поставил там свой флаг и еще дом возбил. Такой крутой, гора моя. Буду на горе жить. Вон там сзади горы дом. И тут вроде бы кто-то катался. Но только он был такой тяжелый, что даже рельсы под ним сломались. И он вроде провалился. А корабль откуда плывет? Из-под бездны, что ли?
Он так поднимается и плывет наверх. Загадка века. Вот тут еще есть рыбак с собачкой. Почему не крутится мельница? В общем, тут очень много декора. Это крутой островок с большой историей, которая произошла. Хотя тут, наверное, еще больше истории, если приглядеться к ним. Ну, и это был весь городок. Молодец, Кримсон, очень крутой получился. Ну ладно, тут был просто городок, но тут еще и дирижабль летает. И даже история есть длинная. У него и декора тоже много. А это не моряк ли, что был на том корабле? Кажется, он идет за вечными богатствами на горе. Или в гости к своему другу, который живет на горе. Ну ладно, пошли. Думаю, на этом будем заканчивать. Город был класс, всем пока.